Достигли. Ой, что я сделал? Следующее произведение, которое можно получить управление Мадам Гус. Запас пополнен. Так, вы получили 20. Письмецо какое-то. А куда сейчас-то идти, я не пойму. Вот туда, походу, да? 30 метров, 10 метров уже осталось. Ну, вниз нам, короче, прыгать нужно. Nous avions convenu de 200 pièces. Qu'est-ce que je vais dire à maître François? Так, нам сюда, да? Круто. Так, тебя не, пока что не интересуешь. Так, что ж там будет дальше-то интересненько? Метров. Кстати, Арно, привет. А что тут у тебя? Расходные материалы. Вот как раз таки навыки. А, снаряжение, усиление. Снаряжение, чуть такое оружие. А вот тебе, пожалуйста, 1500 у нас одиночное оружие. А, можно что-нибудь прикупить. Ну, например, вот это. Нет, это, конечно, нет. Ой, я что. Давайте сначала сравним, какая у нас сейчас пушечка. Слушайте, а какая у нас сейчас? Вот это, наверное, да, у нас? Урон. Значит, давайте сравнивать с более мощным. Да у нас самое классное оружие, я скажу. Ну, естественно, сравнение. По сравнению с тем, что у нас, какие у нас деньги сейчас. А, можно улучшать, смотрите-ка. 1000. Будем копить на вот это вот. С ума сойти. Так, смотрим, что здесь. Копья какие-то у нас есть. У нас есть копия. А, слишком мощно, слишком дорого. Так, ну-ка. Почему колесик не действует влево-вправо? На мышках он же действует, я знаю. Ладно. Давай вот сюда. 1000, это нам не нужно. Давайте не будем тратить, будем лучше копить, копить, потом как накопим 25000, что-нибудь может и купим. Так, тяжелое оружие, посмотрим, что тут у нас. Пистолет, может, пистолетик приобрести, но блин, это они слабые, честно, они чисто. О, неохота, неохота тратить. Игра одна то и нужна, чтобы, конечно, там все тратить. Ну, фига, что за базука такая, гранатометик прям. Так, ну что, пистолетики, ладно, снаряжение давайте посмотрим. А, защита груди, защита предплечья, защита груди глянем, что тут у нас покруче. Может быть, вот это? А, у нас вот это, да? Стойкость 1900, ну-ка, вот это у нас. Стоп, а почему это дороже? Незаметность. Да-да, нужна мне ваша эта незаметность. Стойкость, мне кажется, круче. Хотя... Я особо не конфликтный, стараюсь быть не конфликтным. Поэтому я просто проверяю, что можем улучшить. То есть, если, например, мы не будем сейчас ничего покупать, это в целях только увеличения ресурсов этих денежных. Валюты, то есть, чтобы поднакопить, я имею в виду. Так. Так, по ценам пробежался. Ну, понял примерно, на что нам нужно. Так, активный навык. Это я так и не понял, а вот это... своих союз. А, ну все, все, это не то, это нам не нужно. Ну что, дружище? Так. Спасибо. Навыки у нас ближний, дальний бой. Хм. Круто. Так, а что для этого нужно? Разблокировать. Почему-то не... А, ну не хватает, да, они же дорогие. Ну что я могу сказать? Давайте все-таки будем копить на снаряжение. Давайте оставим. Ну, неохота. Лучше уже в конце что-нибудь такое классное прям уж приобрести. Чтобы прям... Ух! Ну, не в конце, конечно, игры, но подольше накопим.
и рванем. Так, ну что? В соборе Богоматери нашли тело. Кое-кто уже прозвал его грешником. Правосудие свершилось? Не совсем. Оказалось, у Севера в ту ночь был сообщник. Он и нанес удар. Это неприятное известие. Что ты узнал? Он был заодно с неким королем нищих. Королем нищих? Ты уверен? Вы знакомы? Слышал. Нищий платит ему дань. Но сам он призрак. Мы посылали за ним троих. Двое вернулись ни с чем. Третий просто исчез. Я справлюсь. Север знал его приспешника. Выясню правду ради памяти месье де Лассера. А может, и справишься. Кажется, справа. Сегодня ты доказал, что ты ассасин. Но у ассасина должно быть правильное оружие. То есть скрытого клинка и дымовых шашек теперь уже недостаточно? Призрачный клинок. Небольшое улучшение для привычного клинка ассасинов. На этом задании тебе не стоит близко подходить к врагам. Итак, ассасин... Совет просит тебя отправиться во Двор Чудес. Найди там тамплиера короля нищих. Выведай все и упокой его душу. Так. Нажмите один, чтобы вырвать призрачный клинок. Нажмите, чтобы выстрелить. Удерживайте, чтобы целиться. И нажмите, чтобы выстрелить. Ну, все, логично. Клинки берсерка. Чё? Заставят врагов атаковать своих союзников. Круто. Вы можете покупать новые клинки в магазинах. А, ну, естественно, они не бесконечны. Ну, точнее, они, я думаю, быстро будут заканчиваться. Но там, значит, единичку... У меня их даже два, офигеть. Круто. Так, а это что такое у нас? А, да, это помню. Так, что нам дальше? Нам нужно спрыгивать баб... Блин, что-то не можешь прыгнуть, ну ладно. Как дела? Нормально, чувак. Спасибо, я к тебе еще обращусь обязательно. Здорово, здорово. Что я могу сказать? Вот он нам дает новое оружие как раз-таки. Пока что меня все устраивает в моей шпаге, в этой или меч, что у меня там достаточно мощный. Если уже будет совсем никудышный, тогда мы будем покупать новое оружие и будем... покупать новую броню, ну, там всякое снаряжение, бронежилет, да, ну ладно, кубок там какой-то нарисован на скорой. Что? А ну вернись, вор! Где? Кто-нибудь помогите, это вор! Хватайте его, держи вора! Да помогите кто-нибудь! О, это мне на пользу. И у меня должно увеличиться количество вот этих вот что это такое вообще. Так, стоп, а как мне узнать, сколько у меня? И в общем, я не понял до сих пор. Ладно, нам обратно. Боишься, тварь, которую я захватил. Ладно. Кстати, нам далеко нет. Офигеть. А как переместиться? Да можно? Да вы что, офигели, что ли? А как перемещаться-то, не помните? Слушайте, а что мне туда идти нужно? Так далеко? Да вы смеетесь. А как я быстро перемещался? Блин, я не помню, честно. Может...
Хм. Может как-нибудь... Слушайте, интересно. Я что-то забыл. Офигеть, ну километр бежать. Ну, подождите, ну... Смотрите, по-любому как-то можно переместиться, но... Так, секунду. Так. А, в общем... так, сейчас скажу. Ну, в общем, перемещение это... Стрелочки такие, я посмотрел тебя в видеозаписи. Так. Ну, а почему стрелочек такого вообще нигде нет? Ладно, тогда не будем терять ни секундочки. Еле-ле. Ни секундочки. Пардон, мадемуазель. Так. Слушайте, а может как-нибудь на лодке можно? Было бы очень круто. Было бы просто шикарно. Написали море. Это море какое-то. Ну, это район, видимо, какой-то написано. Так, ну что, господа, господа жители Франции. Так. Вам есть что скрывать? Черт, да приходите в мой дом и угрожаете мне! Блин, кто же это мог сделать? Да. Ну ладно, посмотрим, раз уж он тут валяется. Тут его замочило, тут что-то у нас. Ух ты. Дороги Франции. Открыть для торговли. В связи с недостатком. Думаю, вы успели прочитать. Очень интересная была информация вообще. Вот, я успел прочитать за достаточно быстрый срок. Короткое время. Так, так. Я знаю, что у меня потрачены очки есть или что там. Уйди! Толпа эта галимая, надо отсюда наверх подниматься туда. Поднимайся, поднимайся, давай. Бубумс. Так, ну что, нам, в принципе, по крышам допрыгать, мне кажется, не так-то и далеко, не так-то и долго. Да, это, мне кажется, гораздо быстрее, чем ходить по улице, ну, бегать, точнее, бежать. Могу ошибаться, но там просто огибать дома надо, а тут прям по ним бегать. А вот тут, я думаю... А, не, вон там пройдем. Бабах, вот так вот. Давайте вот сюдылич. Отлично. Давайте побыстрее. Так. Так, а сколько у нас там? А, ну вот опять у нас лаг был. Вот, бывает. Так, ну что? Так, у нас можно было внутрь куда-то пройти, я только что заметил. Шмотки, ну то есть внешний вид ассасина, я не думаю, что нам стоит как-то менять. Ну то есть, по-моему, они очень дорогие. И... вот. И... И это пустая трата денег, наверное. Какая-то запретная зона тут справа, я вижу у нас, да? Да, это за... А чё с замком?
Да, что-то с текстурками не то. Ух ты, ёпарасы. Ребятки, что это было? Объясните мне. Я... Почему он прыгнул направо? Блин! Ой. А, ну... Круто, круто, что тут есть сработало сохранение. Контрольная точка, точнее. Она даже ближе. Ну, могу ошибаться. Ладно, неважно. Чё, меньше болтовни, давайте. Давайте уже побежим. Быстрее. Что-то я не вижу, куда нам надо идти. То вроде бы отметка была, а тут что-то нету. Отлично, зацепился. Я знал, я верил в тебя. Так. Вот, пожалуйста, наша отметочка. Так, и давайте... Что это такое? Так, а, 25 метров. Прежде чем мы... Незаметно. Да, беспалевно так внизок спустимся с крыши. Ёп, куда... Блях ты, муха, прыгай ты уже. Кого тут замочить-то нужно? Так, ну для начала нам нужно замочить. Ну какой здесь первый идет? Да ёп! Чё такое? Так, враги будут в окончании боя. Один дивизию. Мясо ничего, нужно валить отсюда. Не получилось. Запалили, чё я могу сказать. Ладно, пусть они там разбираются между собой. Я тут пробегусь. Недалече. Так. Ну что, вот и задание наше. Часть четвертая. Царство нищих. Блин, ну чё мне напоминает? Непотраченные очки. Чё, их все обязательно нужно тратить? Понятно. Зелененький цвет, это хорошо. Так, там какая-то полезная информация, нам говорили, нет. А, куда бы нам здесь, как бы нам здесь пойти-то? А где дворец чудес-то, я не пойму. Где вот эта метка? Красный, что ли, или зеленый, я не понимаю. Так. Давайте сюда повыше соберемся. Вот она, меточка наша. Кокарт собрано. Там нигде это сена нету. Так, ну что? Так, носят шляпе. Людовик 16 или 14. Здорово. Ну, куда нам нужно идти? Ладно, давайте спускаться тогда тем временем. Мы спускаемся. Бабах вот так.
И давайте-ка мы пойдем, пожалуй, вот этим интересным путем. Так, а куда нам дальше-то? Точка эта была горела, я видел. Наверное. Ух ты, ну просто. А куда же нам идти-то? Ладно. Пожалуй, надо вот сюда пробежать. Давайте пробежим. Быстрее. Нямба. Извинямба, так. А ну стой! На моей земле колобродишь, сукин пес! Не колоброжу я на твоя земля, на твоей земле. Так, давайте еще раз заберемся наверх. Письмецо что ли? А, просто осмотрительная. Это вышечка, там гульки у нас. Так, это закрыто, да? Можно прокачать, вот, кстати говоря, вот эти сундуки, которые мы не можем... А, ну давайте, кстати, вот сейчас мы параметры нас... Так, и параметры, что я говорю? Блях-мух, что надо... А, базы данных, наверное. Нет. Персонализация, наверное, вот это, навыки, ближний бой, нет. Дальний бой, нет, не за... А, вот, купить, так... Ну, давайте купим, чем бы и нет. Что там? Да, покупаем. Все, супер. И давайте по нулям у нас. Так. Круто. Стоп. Нажмем, когда полоска окажется в безопасной зоне для взлома. Да ёб, как так быстро-то? Да ёб, подождите, это слишком. Да вы офигели, такой скоростью это нереально же. Да ну, вы ребят, вы чё? Никому не советую покупать. Ну или у вас там, если там, не знаю, 150 FPS есть, то может и стоит, ладно. Блях ты, муха! Куда идти-то нам, ёп? Не понимаю ни хрена. Ладно. Так. Пожалуй, я думаю, нам пора завершать с игрой. Ну, я имею в виду завершать. Ничего. Это плане... не худший пост. Я пару лет назад попал в колонию. Вот там мерзко. Главное, придерживай кошелек. Двор чудес. Где же этот двор чудес-то? Подождите-ка. Двор чудес. Ты что такое? Ну это наша точка, да, она здесь. Видимо, нам пробраться, что ли, туда надо как-то незаметно. Только еще раз. Офигеть их тут. Что, обойдем тогда, не знаю, брях ты муха. Так. Ой, вы это видели? Они подлетели? И они что-то застыли, ладно. Так, ну здесь мы можем пройти с более-менее спокойно.
А, эти призраки какие-то. Сюда, шаги сюда! Я сейчас из тебя пюре сделаю! Не нам делать никуда. Давайте, знаете, что сделаем? Попробуем замочить из укрытия из этого. Ну, из укрытия, как это назвать. Давай, иди, иди. Сыко, ну что ли? Что ли? Не получилось. Эй, вы все! Делайте, что вам говорят! Видите, а чё он не замечал? А, теперь я в толпе. Или останешься без головы! Ну, почему он не замечает? Твою дивизию! По-моему, круто. Ладно, давайте. Надо продолжить в следующей части.